Сегодня 22 марта. 125 лет назад, 22 марта 1898 года, Самарская газета написала о том, что в главный город губернии прибыл первый сибирский ускоренный поезд, следовавший из Томска в Москву. Состав состоял из 4 больших вагонов 1 и 2 классов, багажного вагона и вагона-столовой. Поезд выигрывает во времени не особенной быстротой своего движения, а кратковременностью остановок на станциях, сообщала газета. 23 марта в 1900 году в Самаре в зале коммерческого собрания состоялся концерт Анны Флориани, примадонны Варшавской оперы, солистки итальянских театров. Этот визит подробно осветили все местные газеты. Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечают Международный день таксиста. Также сегодня Всемирный день водных ресурсов и День Балтийского моря. По народному календарю сегодня 40-й или 40-40-ов. В народе этот день считался днем второй встречи весны. Первая была на Сретене, третью ждали на Благовещение. Крестьяне про эту пору говорили так: «На 40-е день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». Это все, что мы успели вам рассказать о 22-м дне марта. Прекрасного настроения вам и удачи в делах!